Чемпионат высшей хоккейной лиги продолжается. Альметьевский «Нефтяник» открыл 2014 год успешной выездной серией и значительно улучшил свои турнирные позиции. Теперь в первых домашних матчах года его ждут новые серьезные испытания. Поддержим «Нефтяник». Дворец спорта юбилейный 14 января. «Нефтяник» Альметьевск, Южный Урал, Орск. Начало 18:30. 16 января «Нефтяник» Альметьевск, Челмет, Челябинск. Начало 18:30. 18 января «Нефтяник» Альметьевск, Сары-Арка, Караганда. Начало в 17:00. Все на хоккей. Болеем за свою команду!